Девочки, всем привет! Сегодня я хочу сделать первый раз маникюр с такими наклейками. Мне их присылали в подарок, когда я покупала косметику от фирмы Essence вместе с этими лаками. И я хочу попробовать сделать такой яркий маникюр. Я взяла, уже накрасила базовым цветом. Я взяла вот такой розовый цвет от 17. Я уже ногти покрыла. Вот такие вот они у меня получились. Но внутри у меня вот где-то, видите, такие темные пятнышки остались. Не закрасились, потому что сейчас стирала лак от Kiko. А там такие блесточки, то есть он как-то не очень хорошо стирается, нужно время. Ну, в принципе, это ничего страшного, потому что я буду использовать вот эти наклейки, наверное, на те места как раз, где я не закрасился, вот эти вот темные пятнышки. И, возможно, вот этот лак еще попробую. Посмотрю сейчас по ходу, как это все будет выглядеть. Так, также этот лак Essence в цвете 24. Так, сейчас фокусирую. 24 Party Never Ends называется. И буду использовать Top Coat, Ceiling Top Coat от Essence. И также буду использовать вот такие капли для быстрой сушки Nail Art Express Dry Drops. Так, и в принципе ногти уже, да, сухие, так что можно брать наклеечки и клеить. Так, вот так вот они выглядят. Я не знаю, я на самом деле первый раз буду делать. Я никогда не любила Nail Art, я любила просто накрасить ногти лаком. И сейчас, наверное, как я буду это все отсоединять. Наверное, это все вытащу. И вот так вот они выглядят. В принципе, такие достаточно милые. И, наверное, пинцетчиком буду отсоединять их. Попробую, наверное, с такого самого большого цветочка. Так, все подцепила. И наклею его, наверное, на какой пальчик? На вот этот, сюда. Ой, здорово, кстати, смотрится. Вот так вот. Очень-очень здорово. Одна готова. Теперь для такого возьму, наверное, вот такую цветочек, такой длинненький, чтобы был, и сделаю его, наверное, вот сюда, как раз где у меня не закрасился темный цвет. То есть я буду делать, наверное, в каком-то хаотичном порядке, именно чтобы скрыть вот эти вот темные просвечивающиеся места. Так. Без пинцета оно никак не подцепляется. Так. Как бы мне его подцепить? Так, вот сюда наклею на кончик. Что-то
вообще первый раз это делаю. Все, вот эти, наверное, у меня хватит, два ногтя. А вот эти два я, наверное, покрою просто вот этим цветом, блестками, чтобы они у меня просто блестели. В общем, я наклеила на вот этот большой палец еще один, одну наклейку. Так, фокусируемся. Не знаю, видно. Что-то никак не могу показать вам. Ну, в общем, вот сюда я еще одну наклейку наклеила. А вот эти два пальца покрыла блестками и также доклеила. Ну вот, все хорошо сфокусировалось. То есть я вот этот еще большой цветочек наклеила. И вот он, да, этот пальчик, потому что там тоже такие просветы были. Вот и все. На вот эти блестки я делала на один слой. А вот он, этот лак. Они достаточно такие, как сказать, как концентрированные, можно так назвать. Ну, то есть бывает лак с блёстками, которые, то есть где-то оставят одну-две блёстки и все. А этот нет, этот ложится так хорошо, все покрывает. И сейчас я все это закреплю топ-коут, покрою сверху. И сверху сделаю также вот этими капельками, чтобы быстрее все высохло. Открываем и все. Кстати, этот топ-коут, он такой пока еще жидкий, им намного удобнее красить. И не знаю, напишите мне в комментариях, понравился вам мой такой маникюр или нет. И если понравился, то буду еще делать такие видео. Так вот, пока вот так. И сейчас немножко подсохнет топ-коут. И я буду наносить вот эти капельки. А здесь капли эти, они как такая, как пипетка, то есть капаю просто так на пальчик, на ноготь, и она сама распределяется. То есть вот таким образом капаю, и он сам расползается. Ну вот и в принципе все. А вот и весь мой маникюр. Вторую ручку я наделаю уже сама, пока что только накрашена. Сейчас буду вот эту вот руку высушу и буду клеить уже на эту руку. Вот так вот. И да, кстати, сейчас разбиралась, хотела снять видео на новую камеру. Пыталась, не знаю, не получается, не могу сфокусировать. Звук мне что-то не нравится. Потому я, кстати, хочу просто купить отдельный микрофон, петличный, такой, который крепится на одежду. Вчера вот выбирали, но в принципе нашла я один, так что не знаю, когда я буду на мою нормальную камеру снимать, а пока я снимаю на iPhone. И все. Вот что у меня получилось сегодня. Ну все, я с вами прощаюсь. Еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы со мной. Спасибо за просмотр, за подписку.
подписку. И до новых встреч. Пока-пока.